Это сольный проект от группы «Обломок унитаза» под названием «Комбинатор». Он будет отличаться от, в общем-то, звучания «Обломка унитаза» и от самой концепции этой панк-группы. Вот. Песни частично, конечно, пересекаются между двумя этими проектами. Так. Значит, дайте мне резиновую перчатку на левую руку, потому что током бас бьется даже, не то что микрофон.